В моих лекциях речь пойдет о числах Гурвица. Так. К сожалению, нам придется, видимо, слушать лекцию под аккомпанемент вальса Мендельсона или марша Мендельсона, что там полагается, марш свадебный. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Значит, я буду говорить о числах Гурвица. И простейший пример чисел Гурвица, о которых пойдет речь, как я на презентации показывал, это задача о числе способов превратить данную перестановку в перестановку, в тождественную перестановку, перестановку 1, 2, 3. Если разрешается менять местами два элемента нашей перестановки. Вот сколько, значит, перестановку 2, 3, 1 можно превратить в перестановку 1, 2, 3, сделав две транспозиции, поменяв местами два элемента друг с другом дважды. Сколько способов превратить эту перестановку в эту? Скажите, пожалуйста. За две транспозиции. Два. Какие? Что? Первым действием мы ставим на свое место 1, 2 или 3. Значит, первым действием мы можем поставить на свое место 1, 2 или 3. А вторым действием мы тогда ставим на свои места оставшиеся цифры. Вот. Значит, три способа. А если мы возьмем перестановку 2, 3, 4, 1? То сколько способов вернуть единицу на первое место так, чтобы порядок сохранился? Ответ неправильный. Ответ неправильный. И давайте сейчас забудем про эту задачу и займемся задачей другой. Значит, я сейчас буду писать переменную z, и это будет комплексная переменная. Значит, все то, что я сейчас буду говорить про числа, многочлены и так далее, будет иметь отношение к комплексным числам, комплексным многочленам и так далее. Сколько решений имеет уравнение z в степени n равно a? Давайте считать, что a не равно нулю. Имеет n комплексных решений. Витя Клепцин еще не пришел, он пошел за цветными мелками, которые мне сейчас понадобятся. Ну, давайте я пока напишу, что это имеет n решений. Давайте теперь рассмотрим более общий многочлен p от z, тоже степени n, a1z степени n минус 1 плюс a2z степени n минус 2 плюс и так далее, плюс an. И сколько имеет решений уравнение p от z равно a? Тоже n решений. Значит, от того, что мы к многочлену добавили члены меньшей степени, количество решений не изменилось. Тоже имеет n решений. N решений. За исключением некоторых специальных значений а. Давайте я нарисую график многочлена. К сожалению,
Я ограничен в графических возможностях и могу рисовать только график вещественного многочлена. И графиком комплексного многочлена тут же возникают сложности, но это не страшно. Вот я возьму многочлен какой-то степени n, и при общем значении а наш многочлен имеет n корней, n пересечений прямой z равно а, значит, это прямая z равно а, не z, давайте я... Это будет переменная z, а это будет переменная t. И t равно a пересекает график нашего многочлена в n точках. Если бы речь шла о вещественных многочленах, то этих точек могло оказаться меньше, чем n. А некоторые точки пересечения были бы комплексными. Но мы говорим о комплексных многочленах, поэтому при общем значении a этих точек пересечения будет в точности n. Однако есть некоторые специальные значения нашего параметра А, при которых точек пересечения заведомо меньше, чем n. Это те значения, в которых наша линия t равно А касается графика многочлена. Вот я их выделю. Значит, эти значения называются, как вы знаете, критическими значениями. Т1, Т2, Т3, Т4. Значит, это критические значения, это те значения, в которых многочлен имеет максимум или минимум. Ну, если речь идет о вещественном многочлене, Т1, Т2, Т3, Т4 – это критические значения. Значения многочлена. Сколько критических значений у многочлена степени n? Не больше минус 1. N минус 1. N минус 1. Ну, давайте считать, что все критические значения попарно различны. Тогда их ровно n минус 1 штука. Значит, мы предполагаем, что у многочлена p n минус 1 критическое значение. Почему их не может быть больше, чем n минус 1? Потому что критическое значение – это значение многочлена в той точке, в которой его производная равна нулю. Производная многочлена степени n – это многочлен степени n минус 1. Поэтому у производной n минус 1 корень, и поэтому критических значений должно быть ровно n минус 1 штука. Но иногда, правда, они сливаются, этот случай мы рассматривать не будем. И давайте решим такую задачу. Вот у нас есть многочлен, есть набор его из n минус 1 критического значения. Спрашивается, сколько всего многочленов с таким набором критических значений? Значит, давайте я напишу эту задачу. Сколько существует многочленов p степени n с данным набором t1, t2, tn-1 критических значений.
Можете сказать сходу? Бесконечно много. Совершенно верно. Почему их бесконечно много? Потому что если мы рассмотрим многочлен P от Z и многочлен P от Z плюс B, график многочлена P от Z плюс B получается из графика многочлена P от Z сдвигом по горизонтали. Сдвиг по горизонтали не меняет критических значений многочлена. Поэтому многочленов данной степени с данным набором критических значений бесконечно много. Давайте избавимся от этого сдвига, выбрав координату z таким образом, чтобы второй коэффициент многочлена, коэффициент А1, обратился в нуль. Можем мы так сделать? Можем, конечно. Поэтому мы будем рассматривать многочлены вот такого вида. Многочлены, у которых второй коэффициент равен нулю. Коэффициент при z в степени n минус 1 равен нулю. И тогда оказывается, что таких многочленов с данным набором критических значений уже конечное число. Вот это конечное число мы сейчас и посчитаем. Что? Со старшим коэффициентом единица, да, это я изначально писал, изначально так и писал. Значит, многочлены мы берем со старшим коэффициентом единица и со следующим коэффициентом ноль. Значения, а нигде они достигают? Нет, только критические значения. А2. Z в степени минус 2. Как мы будем это считать? Давайте рассмотрим, сопоставим каждому многочлену P многочлен Q от T, корнями которого являются те критические значения, критические значения многочлена P. P минус T1, P минус T2, на T минус T1, минус 1. Для удобства дальнейшего я раскрою скобки. Это будет многочлен в степени n минус 1. Тем самым мы получили отображение, сопоставляющее каждому набору коэффициентов многочлена P. У нас есть коэффициенты многочлена P А2, А3, АН. Каждому такому набору у нас получается сопоставлен набор коэффициентов многочлена Q. B1, B2, Bn-1. Между прочим, координат в первом наборе столько же, сколько координат во втором наборе. И там по n минус одной координате. Это ровно то свойство, которое обеспечивает нам конечность числа многочленов с данным набором критических значений. Когда
Мы смотрели на многочлен, у которого был полный набор коэффициентов, А1, А2 и так далее, АН. У нас N переменным сопоставлялось N-1 переменная. Такое отображение, в принципе, не может... Да. Да. Многочлены всегда со старшим коэффициентом 1. Когда у нас n переменных переходит в n-1 переменную, это отображение не может при любых разумных предположениях иметь конечное число прообразов у каждой точки. А вот отображением пространства одинаковой размерности таким свойством уже вполне обладает. И что нам нужно найти? Нам нужно найти количество прообразов вот у этого отображения при в общей точке с координатами b1, b2, bn-1. Если мы будем знать количество прообразов, то мы будем знать количество многочленов с данным набором критических значений. Потому что каждый прообраз есть в точности многочлен с таким набором критических значений. Теорема. Давайте я скажу, что это отображение звездочка. Отображение. Номинально мы его не будем называть? Не хочу. Задается однородными многочленами. То есть B1 какой-то многочлен от переменных А2, А3, АН. B2 какой-то многочлен от переменных А2, А3, АН и так далее. Более того, эти многочлены однородны. Сейчас я скажу, в каком смысле. Но пока прошу так оставить. Давайте я скажу, почему эта теорема верна. Видно, что это так или не видно сходу? Можно попросить прочитать. Повторяю. Значит, вот это отображение из переменных А в переменные Б, определенное вот таким вот образом, мы берем многочлен с коэффициентами А и сопоставляем ему многочлен, корнями которого являются критические значения нашего исходного многочлена. Вот это отображение полиномиально. Оно задается многочленами. Что? Не формула ведь B1 выражается через T1. B1, конечно, выражается через T1, T2 и так далее. К сожалению, T1, T2 и TN не выражаются. И TN-1 не выражаются полиномиально через коэффициенты многочлена А2n. Это не формула Виет, это немножко более хитрая вещь. Хотя и не намного более хитрая вещь. Ну там выражение бытов через это, оно будет симметрическое. И поэтому, значит, будет выражаться через элементарное симметрическое. Можно производно, а потом поставить соответствующее значение критических точек в наш исходный многочлен. И найти критические значения таким образом. Ну а почему это надо? Ну, это довольно длинный путь, и непонятно, почему на нем мы будем получать... Многочлен, потому что многочлен поставим многочлен. Но мы, когда мы продифференцировали, мы должны взять корни производной. А корни производной – это уже штука совершенно такая плохо понимаемая. А давайте я скажу это рассуждение. Вернемся к картинке. В каких случаях значение ТИТ является критическим значением нашего многочлена?
тех и ровно в тех случаях, когда... Да. Когда у многочлена P и T, когда у многочлена P от Z минус T и T есть кратные корни. Корни. У этого многочлена есть кратные корни. А это означает, что наш многочлен Q от T есть не что иное, как дискриминант многочлена P от Z минус T, рассматриваемого как многочлен от Z. А уж дискриминант любого многочлена является многочленом от коэффициентов нашего исходного многочлена. Значит, дискриминант – это такой многочлен от коэффициентов многочлена, который обращается в нуль, если, у многочлена, если и только если у многочлена есть кратные корни. Это хитрее, чем формула Виета, но не намного. Я немного не понял, сколько же дискриминант он имеет степень n на n минус 1? Правильно. Дискриминант имеет степень n на n минус 1, а t – это значение многочлена p. Поэтому t имеет степень n. Поэтому дискриминант является многочленом степени n минус 1 по t. Это правильно. Вот. Итак, наше отображение задается многочленами. Коэффициенты, каждая бита является многочленом от аита, от ажитых. И мы хотим сосчитать. Вот у нас есть какая-то точка здесь. Какая-то точка здесь. Давайте я скажу. Точка B большое. Мы хотим сосчитать, сколько у нее прообразов при этом отображении. Чтобы узнать, сколько многочленов, имеет такой набор критических значений. Уравнение вида z в степени n равно a, у такого уравнения мы уже знаем, сколько решений. У него n решений, если a не равно нулю. А сколько решений будет у уравнения z1 в степени n1 равняется, чтобы тут, давайте c1 я напишу, а z2 в степени n2 равняется c2. Сколько решений у такой системы? N1, N2. А если к ней добавить еще уравнение Z3 в степени N3 равняется C3, сколько будет решений? N1, N2, N3. Ну и так далее. Значит, чем замечательны комплексные числа? Тем, что для того, чтобы сосчитать, сколько решений имеет система комплексных уравнений, вам нужно знать только степени этих уравнений. Поэтому для того, чтобы сосчитать, сколько прообразов у данной точки, это все равно, что... Все равно, что сосчитать, сколько решений имеет система уравнений. Сколько решений имеет система уравнений B1 равно B1 с нуликом, B2 равно B2 с нуликом и так далее. Bn минус 1 равно Bn минус 1 с нуликом. Решить такую систему сложно. Но узнать, сколько у нее решений, для того, чтобы узнать, сколько у нее решений, мы должны только знать степени
этих многочленов B1, B2, Bn-1. Давайте посмотрим на эти самые степени. Степени многочленов B1, А2, АН, Б2, АН, Б-1. Давайте сначала посмотрим на степень многочлена B1. Значит, многочлен B1 представляет собой сумму сумму критических значений, ну, с точностью до знака. На степень это не влияет. Значит, по теореме Виета B1 это сумма T1 плюс T2 плюс Tn-1 с точностью до знака. Как эта сумма зависит от переменных А2, А3, АН? Значит, B1, я хочу сказать, что B1 имеет степень N. Давайте посмотрим, что происходит с нашими переменными t1, t2 и tn, когда мы умножаем наш многочлен p на некоторую константу. Критические значения умножаются на ту же самую константу. А что происходит с переменными А2, АН? Значит, давайте посмотрим. Вообще такое запрещенное действие. Значит, давайте мы P от Z умножим на какую-нибудь константу C. Ну, давайте я напишу ее в степени N. А мы сейчас исправим это дело. Мы сейчас это дело исправим. Это будет c в степени n умножить на z в степени n, плюс c в степени n умножить на 2 z в степени n, плюс и так далее, плюс c в степени n умножить на a n. А сейчас мы немножко исправим аргумент в нашем многочлении. И получится, что это cz степени n плюс А2 c квадрат на cz в степени n-2, тут n-2 должно быть, n-2, плюс и так далее, плюс c в степени n на n. А это некоторый новый многочлен от переменной y, которая есть cz, уже со старшим коэффициентом 1, плюс А2 на c квадрат, y в степени n-2, плюс и так далее, и плюс c в степени n на n. Я прошу прощения, что уже так низко. Вот. В результате что происходит? Когда мы умножаем наш многочлен на c в степени n, переменная А2 умножается на c в квадрате, переменная А3 умножается на c в кубе, переменная АН умножается на c в степени n, t1, t2, tn-1 умножаются на c в степени n и так далее. Итого,
Мы приходим к следующей ситуации. b1 имеет степень n, b2 имеет степень 2n, bn-1 имеет степень n-1n с одной стороны, а с другой стороны переменная a2 имеет степень 2, переменная a3 имеет степень 3, переменная an имеет степень n. Вот теперь я могу сказать, что такое однородный многочлен. Что означает, что многочлен Бита является однородным многочленом. Он является однородным многочленом степени i умножить на n от переменных a2, a3, an. При условии, что переменная a2 является переменной степени 2, переменная a3 является переменной степени 3 и так далее. Переменная степени 2. Ну, это можно по-разному понимать, но проще всего понимать так. Если мы выразим коэффициенты этого многочлена через его корни, то А2 будет симметрической функцией степени 2 от корней, А3 будет симметрической функцией степени 3 от корней и так далее. Если мы все считаем через корни многочлена P, то коэффициенты этого многочлена – это симметрические функции данных степеней от корней этого многочлена, а коэффициенты многочлена P – это тоже симметрические функции от корней исходного многочлена, но степеней n, 2n, 3n. И так далее. Dn-1 на n. Почему t1, например, имеет степень n? Потому что почему t имеет степень n. Хорошо, а t почему имеет степень n? Потому что это значение многочлена. Я тут чего-то не допонял. Для вас, я могу сказать, что имеется согласованное действие группы ненулевых комплексных чисел по умножению слева и справа. Вот действие здесь определено. При этом действии значения нашего многочлена возрастают в этой в n раз, умножаются на c в степени n. То есть значение имеет вес n. Но точно то же самое, то, что я явно сказал, это переформулируется через корни этого многочлена. И все, что здесь, все функции, которые здесь написаны, это симметрические функции от корней вот этого многочлена. Симметрические функции соответствующих степеней. Хорошо. Значит, мы знаем степени наших уравнений. Степень уравнения, степень этого уравнения n, степень этого уравнения n квад, 2n и так далее. И мы знаем степени наших переменных. Для того, чтобы сосчитать число решений у нашей системы, число решений зависит только от набора степеней, там уже мне нет места. Для того, чтобы сосчитать число решений, нужно перемножить степени уравнений n умножить на 2n умножить на 3n умножить на n минус 1 n и поделить на степени переменных. Результат и даст ответ. Результаты сообщит, сколько имеется многочленов n в степени n минус 1. Значит, имеется ровно n в степени n минус 1 многочленов. Там n минус 2. n минус 2, спасибо, да.
Первая подсказка была n минус 1, n в степени n минус 1, и она оказалась неверной. N в степени n минус 2. Итак, имеется ровно n в степени n минус 2 многочленов с данным набором критических значений. Степени n и с данным набором из n минус 1 попарно различного критического значения. Теперь, какое отношение утверждение про многочлены имеет к вопросу о том, сколькими способами можно представить циклическую перестановку длины n в виде произведения n минус 1 транспозиции. Для этого мне придется стереть вот эту вот часть. Это была оговорка, да, произвольная перестановка? Нет, это не было оговоркой. Когда я единицу переставляю назад, я получаю циклическую перестановку чисел от единицы до n. Значит, наш разговор шел о многочленах и не имел никакого отношения к перестановкам. Сейчас я эти многочлены и перестановки свяжу между собой. Сегодня вам, по-моему, разные лекторы уже на представлении своих курсов рассказывали, что такое проективная прямая. Поэтому я рассказывать, что это такое, не буду. Я только замечу, что многочлен, ну так же, как вещественный многочлен, это отображение из множества вещественных чисел множества вещественных чисел, так же и комплексный многочлен, это отображение из комплексных чисел, комплексные числа. Каждому комплексному числу он сопоставляет свое значение, то есть тоже комплексное число. Я только воспользуюсь тем, что многочлен переводит бесконечность в бесконечность, и добавлю комплексным числам еще точку бесконечность, так что наш многочлен будет отображением из сферы в сферу. На этой сфере есть точка бесконечности, на этой сфере есть точка бесконечности. А P от бесконечности равно бесконечности. Тут нарисованы двумерные сферы. Ничего сложного тут не нарисовано. Теперь здесь у нас сидят где-то критические значения нашего многочлена. Вот я воспользуюсь наличием цветных мелков. Эти критические значения нарисую. Т1, Т2. Т1 минус 1. Возьмем теперь какое-нибудь некритическое значение. Нет, зеленое не будет виден. А давайте желтый. Возьмем какое-нибудь некритическое значение. Т0. И посмотрим на его прообразы. Сколько у него прообразов? Сколько? N по-прежнему.
У нас многочлен был степени n, значит, у любой точки, которая не является критической точкой, имеется n прообразов. Вот я отмечу эти n прообразов. Теперь давайте двигаться от... нашего некритического значения от t0 к какому-нибудь критическому значению по дорожке. Тогда прообразы некритического значения также будут двигаться каким-то разнообразным образом. Что произойдет, когда наша точка попадет в критическое значение? Два из этих прообразов склеятся. Правда? Вот они где-то в какой-то красной точке склеились. А остальные так и остались хвостиками. Тем самым критическое значение определяет перестановку, транспозицию двух элементов нашего прообраза. В множестве желтых точек здесь появляется транспозиция. Мы переставляем, меняем местами те две точки, которые являются прообразами, склеивающимися прообразами некритического значения вдоль пути из t0 в t2. От пути это не может зависеть, какая пара склеится? От пути это зависит, действительно. Но если мы зафиксируем с самого начала набор путей, ведущих из t0 в t1, в t2, в t3 и так далее, в tn-1, то каждому такому пути будет сопоставлена транспозиция двух элементов. Будет сопоставлена транспозиция двух элементов нашего прообраза некритической точки. Значит, вот желтые точки здесь, это p в минус 1, это t0. Это некритический слой, это прообразы некритического значения. И в этих прообразах определены n-1 транспозиция. Утверждение. Извините. Да-да, пожалуйста. Прослушал. Мы прообразы уже там как-то упорядочили, что ли, как бы что мы. Нет. Я просто не понимаю. Да. Если хотите, вы можете эти прообразы занумеровать. Но это посущественные. Смотря для чего. Существенно или нет. Я сказал, что имеется транспозиция на множестве прообразов. Если вы занумеруете прообразы, то будет транспозиция на множестве чисел. Я понимаю. Сейчас мы при движении через критическую точку у нас они двигаются как бы трансверсально и вот просто вот так вот проходят. А мы... Нет. Как это? Сейчас. Давайте аккуратно. Я ничего никуда не двигаю. Я лишь говорю, что каждому пути из t0 в t2, скажем, ну и каждому пути из t0 в одно из критических значений соответствует транспозиция на множестве прообразов точки t0. Каждого пути. Да. О каких циклах? Это просто транспозиция и все? На правой картине. У нас такой граф на все. Нет, я мог бы выбрать путь как-нибудь вот так вот. Все равно была бы транспозиция.
Все равно была бы транспозиция, ничего страшного. Нет, может это сказать? Я прослушал эту постер, что на самом деле транспозиция возникает, если мы подходим к точке, обходим и возвращаем. Нет. А я не про монодромию сейчас говорю. Юр. Я просто определяю транспозицию. Формально. Ее по-разному можно определить. Я не... Сейчас просто формально каждого. Да. Да. Я не про монодромию говорю. Я хочу сказать, что произведение всех этих транспозиций в том порядке вот. У нас нарисованы пути Т1, путь в Т1, путь в Т2, путь в Т3, путь в Тн-1. Я хочу сказать, что произведение всех этих транспозиций является циклической перестановкой. Утверждение. Очень ясная картинка. Вот у нас есть точка Т0, есть точка, и мы из нее как-то соединяем путями. Давайте, пусть пути не пересекаются для простоты, там Т1, это будет Т1, Т2, Т3. Значит, пути нумеруются в том порядке, в котором они выходят из точки Т0. И в каком порядке? Они все выходят под разными там углами, вот мы именно вот так подряд? Да. Вот подряд, чтобы мы в них попадали. Тогда, если мы подряд перемножим эти транспозиции в том же самом порядке, то мы получим циклическую перестановку. Ну, то есть нумерация этих критических значений должна быть согласована? Нумерация критических значений должна быть согласована с нумерацией путей. Всех в каждое критическое значение идет ровно один путь. Да. Вот у нас n-1 критическое значение. В n-1 критическое значение из точки Т0 идет n-1 путь. И каждому пути соответствует транспозиция. Транспозиция на множестве прообразов точки Т0. Тогда произведение всех этих транспозиция является циклической перестановкой множества прообразов точки Т0. Почему это так? Вот теперь я воспользуюсь тем, что посоветовал Юра. Давайте я все-таки вернусь к исходной более простой картинке, на ней легче рисовать. Да. Пути не должны пересекаться. Иначе непонятно, что такое порядок. А, ну да. Иначе непонятно, что такое порядок, в котором они выходят. Пути не должны не пересекаться, не самопересекаться. Должны быть простые пути. Ну, проще всего представлять себе вот такую звездочку. Она очень хорошо отвечает существу дела. Кто скажет, почему произведение является циклической перестановкой? Да. Наверное, и сам писал.
соображение конечно. У нас каждый раз, во-первых, каждое число в день встречается, в какой-то перестановке встречается, а во-вторых, ну то есть... Откуда следует, что каждая точка входит в какую-то транспозицию? Ну, потому что если не входило, то получается, что этому корню не соответствует ни одного критического значения. Ну, в общем, хорошее рассуждение, хотя его нужно все-таки уточнять. Потому что, что означает, что данному корню не соответствует никакое критическое значение? Это... Ну, как бы ему не случается склеиваться ни с каким другим, ни вдоль какого пути. Ну, это правильно. Вот. Давайте сделаем следующую вещь. Давайте... пути в точку Т1 сопоставим такой путь. Из Т0 мы идем вдоль этого пути, обходим его и возвращаемся обратно в Т0. Обходим вдоль Т1, возвращаемся обратно в Т0. Тогда те два прообраза, которые склеиваются вместе, они в результате такого обхода меняются местами. Просто. Они меняются местами. То же самое происходит, когда мы обходим вокруг Т2. То же самое, когда мы обходим вокруг Т3 и так далее. А теперь давайте посмотрим, что будет, когда мы обойдем по всему этому пути целиком. Это все равно, что мы обошли вокруг бесконечности. А что происходит, когда мы обходим вокруг бесконечности? Что происходит? Когда мы проходим по пути, идущему вот так вот, что происходит с прообразами точки Т0? Значит, в бесконечности наш многочлен ведет себя в точности, как многочлен z в степени n. Когда мы обходим вокруг нуля, ну, как многочлен z в степени n, все равно в бесконечности или в нуле, z в степени n ведет себя одинаково в бесконечности или в нуле. Когда мы обходим вокруг нуля, все прообразы, все корни нашего уравнения z в степени n равно a поворачиваются на один и тот же угол, равный 2π, поделенный на n. Это циклическая перестановка корней. Когда a умножается... Когда а умножается на e в степени 2πi, корни умножаются на e в степени 2πi поделить на n. Несмотря на то, что e в степени 2πi равно единице, несмотря на это, корни нашего уравнения меняются местами, они проходят по кругу. Такой элементарной теории соответствует перестановка. Ну смотрите, мы подошли здесь близко. Да. И получили уравнение z квадрат равно а. Когда мы обошли вокруг нуля, два корня поменялись местами. Корень из а и корень и минус корень из а меняются местами. Если обойти вокруг. Это элементарный, решение элементарного квадратного уравнения. Итак, произведение всех этих транспозиций является циклической перестановкой. Наоборот, если у вас есть набор транспозиций, набор из n-1 транспозиций, произведение которых является циклической перестановкой, и вы можете сопоставить этому набору и набору из n минус одной точки и n минус одного пути, соединяющего еще одну точку с этими путями, вы можете сопоставить им многочлен. Такой что?
принятая транспозиция будет соответствовать транспозиции прообразов некритического значения при обходе вокруг итого критического значения. Вот этого я сейчас, пожалуй, доказывать не буду. У меня со временем. Какое-то время еще есть. Хорошо. Тем самым установлено соответствие между задачей о перечислении многочленов степени n с данным набором из n минус 1 критического значения и перечислением наборов из n минус 1 транспозиции, произведение которых является циклической перестановкой. Значит, в этом соответствии на самом деле имеются некоторые тонкости, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Что? Ну, пути мы можем зафиксировать изначально, и тут никакой сложности не возникает. В этом месте никакой сложности не возникает. Значит, первая сложность, которая здесь есть, она такая. Вот у нас есть многочлен степени n, и первое, на что мы натолкнулись, когда попытались подсчитать количество многочленов с данным набором критических значений, это то, что сдвигая этот многочлен, мы получаем тоже многочлен с тем же набором критических значений. Эту степень свободы пришлось убить, зафиксировав сдвиг таким образом, чтобы второй коэффициент обратился в ноль. Однако мы убили не всю свободу. Что еще мы можем сделать с многочленом, так чтобы многочлен остался многочленом того же вида, а его критические значения не поменялись? Точки, наверное, вот этой. Нет, точки, от выбора точки ничего не зависит. Было сказано растягивать. Х заменять протяжение на х умножить на константу. А тогда у нас должен быть старший коэффициент равен единице. Ну а потом делает еще так же замену переменной. Или... От этого ничего не меняется. Свободный член убрать уже... Если а х сдвиг на каждый нет, там подошли. Ну, это все близко ходит. В том числе и убивать константу можно. За счет того, чтобы убить константу, константу можно убить так, чтобы сделать сумму критических значений равной нулю. Это принципиально, вообще принципиально важная вещь. Я сейчас немножко про это скажу. Но дело в том, что этот многочлен можно растянуть переменную z так, чтобы старший коэффициент остался равным единице. Можно умножить z на такую константу, которая является корнем из единицы. Корнем n степени из единицы. От этой замены переменных топологическая картинка не изменится совершенно. Поэтому на самом деле, вот мы посчитали степень. Мы посчитали степень нашего отображения, она равна n в степени n минус 2. Но за задачу перечисления разложений циклов произведения транспозиции отвечает число n в степени n минус 2, поделенное на n. Это n в степени n минус 3. Вот это правильное число, которая относится к нашей задаче. Элементами, по-моему, там...
Тремя элементами, конечно, n в степени n минус 2, там тройка должна быть. Сейчас я вернусь к этой задаче. Я просто настало время сейчас ее точно сформулировать. Я сейчас к ней вернусь. Давайте я еще скажу такую вещь, которая для меня была абсолютно неожиданной, когда я ее понял. Она непосредственно относится к тому, чтобы избавиться от свободного члена в этом представлении. Давайте выберем свободный член АН, так, чтобы сумма критических значений, значение P равнялось нулю. Тогда наше отображение становится отображением пространств на единицу меньшей размерности. У нас А2, А3, АН-1. Теперь уже АН определяется предыдущими коэффициентами. Переходит в B2, B3, BN-1, потому что B1 стало равным нулю. Сумма критических значений обратилась в нуль. У нас имеется отображение двух пространств размерности n-2. Степень его не изменилась, потому что степень АН равна n, и степень B1 тоже равна n. То есть мы уменьшили в n раз степень в прообразе, уменьшили в n раз степень в образе, частное осталось тем же самым, отношение не изменилось. Вот. Поэтому можно действительно это рассуждение делать и для многочленов с нулевым свободным, ну, с ненулевым свободным членом, а свободным членом, выбранным так, чтобы сумма критических значений равнялась нулю. Ничего удивительного здесь нет, но в какой-то момент я понял для себя, что таким образом можно определить свободный член у рациональной функции. Значит, если вы берете отношение двух многочленов, давайте я напишу от z на v от z. Ну то, в общем, совершенно непонятно, что такое ее свободный член. Оказывается, свободный член правильно определять вот ровно таким образом. Это сумма критических значений нашей функции. И такое определение свободного члена не зависит от того, в каких координатах вы пишете нашу рациональную функцию. Если вы сделали замену координат, если вы заменили z на другую координату, то этот свободный член не изменится. Значит, свободный член, член рациональной функции, сумма ее критических значений. Давайте возьмем многочлен с нулевым свободным членом. Значит, свободный член многочлена – это не то, что есть свободный член многочлена. Это определение не является определением обобщением понятия свободного члена многочлена. Это правильное определение свободного члена многочлена. Инвариантное определение, которое не зависит от того, как вы выбрали координату. Он для многочлена дает это определение. Что? Для многочлена это определение что даст?
Это некоторая функция, которая достаточно сложным образом зависит от его коэффициентов. Вот. Давайте вернемся теперь к задаче Гурвица. Сейчас я правильно сформулирую ее постановку. Значит, у нас имеется, можно произносить слова группа перестановок из n-элементов? Можно, да? Не всех это испугает. Значит, я обозначу через Sn группу перестановок из n-элементов. Элементов. Вот. И я беру набор из m транспозиций в этой группе. M транспозиции. То есть это такие перестановки, каждая из которых переставляет только два элементы из наших n. Все остальные остаются на месте. Транспозиции. Теперь мы берем произведение всех этих m транспозиций. Произведение всех m транспозиций будет какой-то перестановкой. И эта перестановка, тут мне понадобится еще одно сведение из теории симметрических групп, что всякая перестановка раскладывается в произведение независимых циклов. Значит, пусть эта перестановка циклического типа значит 1 в степени k1, 2 в степени k2 и так далее, n в степени kn. Значит, это означает, что в этой перестановке имеется k1 циклов длины 1, k2 циклов длины 2, k3 циклов длины 3 и так далее. Так что k1 плюс 2k2 плюс nkn, все это в сумме равно n. Ну, например, может быть ровно один цикл длины n, а никаких других циклов не быть. Вот. Так вот, числом Гурвица, отвечающим числу m транспозиций и циклическому типу 1 в степени k1, 2 в степени k2, m в степени kn, называется единица поделить на n факториал на число наборов транспозиции tau m транспозиции на число таких наборов, произведение которых вот ровно в этом порядке. Значит, произведение которых ровно в этом порядке является перестановкой циклического типа
1 в степени k1, n в степени kn. Значит, в чем отличие этого числа от того, о чем я говорил сначала? Сначала я взял какую-то одну фиксированную перестановку, которая является длинным циклом, и спрашивал, сколькими способами можно ее представить в виде произведения n-1 транспозиции. А здесь задача почти такая же, но не совсем. Я беру n-1 транспозицию и спрашиваю, сколько бывает наборов из n-1 транспозиции такой, что их произведение является циклической перестановкой, длины n. Например, циклической перестановкой длины n. Числа Гурвица, они для всех циклических типов. Но исходная задача была именно про цикл длины n. Два эти числа, о которых идет речь, вот, скажем, число hn, виноват, n-1, n в первой степени, число Гурвица, это вот n в степени n-3. А число разложений данного цикла длины n в произведении n-1 транспозиции, это n в степени n-2. Они немножко друг от друга отличаются. Правильнее говорить о таких числах. И оказывается, что эти числа играют какую-то очень центральную роль в современной математике. Например, если мы напишем функцию от большого бесконечного числа переменных, коэффициентами в которой будут эти числа, то оказывается, что эта функция является решением уравнений математической физики таких. Совершенно, что сыграло принципиальную роль, значит, в получении недавних доказательств свойств, геометрических свойств пространств модулей кривых. Вот. Оказывается, что вот что-то такое очень важное сидит в такой простой комбинаторике симметрической группы. Что то, что действительно вскрылось в самые недавние годы и сейчас продолжает, эта наука продолжает довольно бурно развиваться. Я думаю, что на сегодня хватит.